А уже зараз, як у кожну п'ятницю, у нас у студії Степан Святло. Скажу, нехто, уже не ведаю, ці називати блогером, тому що зовсім недавно обвестив про завершення, ось про спинення праці блогу. Степа, вітаю. Привітання. Як тебе в Google зараз представляють? Уже не блогер, уже керівник медіа-імперії, можна сказати так. Понарабилися всі начальники господарства, начальники з'явилися у суб'єктиві. Поїхали. Середній заробок в Україні перевисив $500. І тут хіба що можна тільки пригадати той самий сумний тромбон. Воп-воп-воп-воп. А сьогодні у виданні «Суб'єктиву» зробимо ставочку на позитив. Гуляли у хокей, де розмовляли ні про що. Дійшли до глибини сідих времен. Что еще Лукашенко сказал Путину в Сочи у Вочи? Да пошел ты! Вот только так и все. Поспеть за 15 секунд. Абсурдность некоторых новинок, как и заголовков, до их не перестает удивлять навод нашей фантазии. Что... Какие безглуздые идеи спробуют просунуть белорусские чиновники? Проняло до костей. Я культурно там выражался, ну культурно его там проклинал и все такое прочее. Як ведь Аблянин расправился с судьем? Момент истины. Так назвал Лукашенко сустречу с Путиным. Только заместо истины белорусы и российцы побачили шоу на льду. Кто перемог у битвы? Лукашенко, керовник звязковой хитрынкой, ти Путин, президент, специалист по кадабийских штучках. Хронология сустречи двух политичных титанов у сюжете Ольги Старостиной. Нарешті у лютому завірувало політичне життя керівника Білорусі. А то у студені або колгаси, або хокей. Тепер же Лукашенко має цікавіший вибір. Або Америка, або Росія. У перший день місяця Синявоку навідав держсекретар США. А сьогодні Лукашенко з візитом у Москві. У связи з гетом навіть у проуладних журналістів узнікло питання. Куди ж все-таки сьогодні смотрить Білорусь? Звичайно, чоловік глядить у одним керунку, але у нас незвичайний президент. Якщо внимательно приглядіть, у мене один глаз відлічається від другого. І глядять вони, видать, по-розному. Ми смотримо вокруг. Ми вокруг все це смотримо, моніторимо. Каб вакол глядіть, треба третє вока мець. Діяно у Лукашенки можна здогадуватися по тим, що він бачить. Вони там в позу стали і нас на колені питаються поставити. Ось у гете логвіща сябра і поїхав Лукашенко. Ми хочемо просто чесних, чистих, прозрачних отношений. З жаданням порозмовляти про високі відносини Лукашенко і прилетів у Сочи, апранутий у кольори російського стягу. Але у годину пік на зустрічі до Лукашенки ні російські міністри не прийшли, ні сябр Путін. Не вірмі, він його поважає. Як ми ще. Його вже не вважають везде, в усьому світі, так що потрібно збирати другого. Його вважають не в грош. Неуважительно відноситься до нашого президента. Вони просто хочуть Лукашенку підламати і це забрати Білорусі в Росію. Сама зустріч, вона покаже, як він відноситься, хорошо чи плохо. Зустріча відбулася усього та прос 3 години. Лукашенко при повному параді, у гальштуку і з неприхованою заздрістю. І везе же вам, і снігу море, да? У нас там, де я живу, ну, почти не осталось снега. Что у перекладе значить? И везет же вам, и снега море. И нафты. У нас там, где я живу, ну, почти не осталось снега. И нафты. А уже проз несколько хвилин на Лукашенко не засталося и гальштуку. Зато и после довгочеканого витания Лукашенко чекал сняданок. Радиска, цибуля и кашка, приправленная комментарием Путина. Кашку с утра ели? Не на воде же. Почему? Вкусно очень. Вы попробуйте, вам понравится. На намек про кашку на воде, поводле белорусов, Лукашенко повинен Путину угодно сказать. По-мужицку. Да пошел ты. Беларусь независима, что мы не будем проебаться. А як скажем? Да ничего по-мужицку не можем. Мужик так себе не повозит. Поездка его в Сочи – это очередной выпрашивает крохи с барского стола. Будет, как всегда, просить. Деньги, нефть, кредиты. Давай будем разом.
там разговаривает, как приедет сюда, в Белоруссию, поносит их, обливает грязью. Давай выпьем, как положено у нас у славян. Але накрытая Путиным поляна не спрыяла перамовам по-славянску. Ці не реакция гэта на паводзіны Лукашэнкі? Летась ён да Путіна приехал з мяхами бульбы, а сёлета на недыпламатычную сустрэчу приехал с подазруным дыпламатам. Замест перамоваў про газ и нафту Путин пропанаваў Лукашэнку, у якога проблемы с коленом, погуляць у хоккей. Кіраўнікі краіны гулялі за белых і выйгралі з лікам 13-4. Пагулялі, паелі і нарэшце 19:30 перамовы пачалі. Вынік невядомы, затое вядомыя умовы. Інтэграцыя наўзамен за зніжкі. А інтэграцыя нам пагражае не толькі адзінаю краінаю, але і адзіным кіраўніком. Я уважительно отношусь к Путину. Ну, Лукашенко – это не президент. Путин – дуже крепкий президент. Это нельзя. Ни в коем случае. Путин уже отживший, он уже ничто там не значит. А может, Лукашенко? Я бы вообще не хотел, чтобы чем-то кировал Лукашенко. Никогда он не будет кировать. По-моему, он доживает последние дни как политик. Не надо. Ведь они его забьют. Это точно. Там все методы хороши. Это же не Белоруссия. Улады Туркменіі забавязалі чыноўнікаў старэйшых за 40 гадоў надаваць сваім валасам сівое адценне, каб прыпадобніцца да прэзідэнта Гурбангулы Мелікгулыевіча Бердымухамедова. А тым, хто ўжо сівы, забаранілі іх падфарбоўваць. Інтэрнэт чакае годнага адказу ад лагеру пляшывых ды зачосаных, а мы ўжо гэты адказ маем. Ды паспрабавалі ўявіць, як бы беларускія дзяржаўныя мужы выглядалі з уніфікаванымі прычасонамі. Вось так бы выглядаў кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка, што ў прынцыпе нічога і не змянілася. Так Чарвяков Александр Викторович, министр экономики, Владимир Макей, министерство замежных справов, Игорь Карпенко, великий коммунист и по недарочным совпадениям министр эдукации, и Сергей Румас, уже, в принципе, амаль ничего ему не треба изменять. Вот такую прическу, видать, хоча на место Лукашенко, как ты думаешь, Сергей Румас? Слухай, ну, засталося поглядеть, як с волосами будет у Коли Лукашенко. Меж тем, ты ведаешь, я вот зараз сидел и разважал, и, здаецца, я знайшоў адказ, чаму все-таки Путін спазніўся там на 4 ці на больш гадзін на гэтую сустрэчу. Напередадні прайшла інфармацыя пра тое, што ўсе, хто прыходзіць да Путіна, ім мераюць тэмпературу. Лукашэнку ты не памерыш, бо ён пакрыўдзіцца, пачне там махаць рукамі, там яшчэ чаго там. Я яшчэ цёпленькі. Так, я думаю, што там папросту пасадзілі ў нейкі пакой і ўключылі дэзінфекцыю, і 4 гадзіны яго нейкім дустам там вытручвалі ў гэты там магчымы каронавірус, і вось пасля гэтага ўжо там абы сустрэліся. Ну слухай, выжыў пасля гэтага, які ж жывучы, яшчэ колькі будзе жыць, блін. Боже, ну што ты вот расстраіваеш? Я хацеў хоць на штосьці вясёлае, а ты... Ну, вось так. А тым часам падарунак для суддзі Белавуса, бо, як вядома, беларускія суды судзяць невядома як, і вось адна з такіх крэатыўных акцій недавно прайшла ў Віцебску, на жаль, яна не засталася непакараною, актывіста судзілі на 15 сотняў, але як яна выглядала, распавядзе Зміцер Казакевіч. Траняло до костей. Витеблянин Дубровский настолько взрушился тем, как элегантно судья Белоуса штрафовал его за удел у Менской акции за незалежность, что его было не стримать. Набрал косток для собак, да зладил жесточайший субъективный перформанс просто у кабинете судьи. Я взял с собой ведро с эти кости и пошел сделать им подарок. Пришел к этому судье и сказал, что я ненавижу его, что я проклинаю его и всю его семью за то, что он занимается этим штампованием этих приговоров. Правосудие! Родина! Не подейничала. Штампанули по новой. Да так спрытно, что наступные 15 сотняў Дубровских провел за кратами Витебского ИЧУ. Уже на воле поделился подробязностями перформансу. Я культурно там выражался, ну, культурно его там проклинал и все такое прочее. И он не захотел их брать, я там что-то стукнул пару раз. Ну что, уберите-то. Потому что назад с собой я не буду брать. Они мне не нужны. Цікава, ці патрэбныя яны Белавусу. Можна было б захаваць на памяць, як памятны амулет ці сімвал. Эти кости – это был символ моей ненависти, моего пренебрежения к ним. Они вообще, они не люди, они роботы, которые выполняют. А чым судзя розніца ад робота ці сабакі?
тем, что мае быть человеком, иметь внутренние переконания, каже правооборонца Павел Левинов. Не видят люди в суде орган, который защищает их права и законные интересы, а как раз-таки видят, что суд это является репрессивным органом. Суд на костях. А мы запытались у звычайных витеблян, что еще, кроме костей, можно подарить судьям, как судили по-людску. Без комментариев. Да что я подарил бы? Ничего не подарил бы. Мозгов, может быть. Ну, если бы это было в моих силах. Какого-то лучшего образования. Я не знаю. Совести, в первую очередь. Ну, можно вина купить хорошего, сухого, там, благородного. Библию. Чтобы они верили в Бога трохи, чтобы боялись, если они, ну, то есть, если они неправильно судят, чтобы они чего-то боялись в этой жизни. Только совесть. Только совесть. В магазине никогда ничего не покупается такое. Можно хлеб купить, ну или водки. У студені 2020 года Александра Дубровских за удел у акциях агулом оштрафовали на 2430 рублей. Страшно подумать, кольки костей можно набыть на эти гроши. Змитер Казакевич, Субъектив. Признаюсь, я не умею разговаривать с начальниками, как бы все было гладко, тому вот Степа стал начальником, я развитываюсь. Валерий Русилик был у студии, дякую за увагу. Ну а зараз слово начальнику Степану. Мария Арцебашева запыталась у Жихара Уменску на конт самых незвычайных опошних заголовков на минулом тыдне. Дякую вам за увагу, до побачення. Абсурдность некоторых новинок, как и заголовков, да их не перестает удивлять навод нашей фантазии. Что ж на конт некоторых из них думают меньшики, доведаемся зараз. Компостеры и валидаторы в автобусах Минска будут блокировать сразу после начала движения. Потому что вот 15 секунд. Я очень отношусь, потому что я считаю, что ну, водители тоже с разными характерами. Ну а что бы вы поспели за 15 секунд сделать? Достучаться до водителя, наверное, только. Зайти в автобус, наверное, только если все. У нас диктатура такая. Все отдыхают в субботу, а я работаю. Как с госсекретарем США шутил Лукашенко и белорусские соцсети. Я тоже в субботу работаю. Даже президент, ему надо. Пускай работает. Мы не против. Главное, чтобы мы отдыхали. В Борисове вводят онлайн-оплату проезда в автобусах. Как тебе такое, Минтранс? Ну, хорошая идея. Это можешь свершить про то, что Борисов больше продвинутый, чем Минск? Значит, люди как-то по-другому относятся к своему населению. Лукашенко распорядился отправить самолет с леками у Китай. Я считаю, что пока что обратно его лучше не принимать. Это ну, как бы добросовестно, я считаю. Неплохо, потому что там сейчас проблемы. Вы думаете, что мы нашли некие леки от коронавируса? Ну, вдруг им чем-то поможем. Вдруг белорусская медицина все-таки более лечебная, нежели китайская. Может, они в этом не так хороши. Может быть, это мы травим китайцев? Нет, я так не думаю. Это было бы грустно на самом деле. На вас глядите. Вот тут есть такая еще новина. В Слонимском районе предлагают взять в аренду 5 водных объектов. Не знаю. В аренду. Понятия не имею. А вы бы не хотели взять в озеро целое себе у прокат? Нет. Почему? Зачем? Может быть, и бюджет, конечно, наш пополнится. Но главное, чтобы бюджет, а не чинить карманы. Зачем? Мы не ведаем, можно покупаться там. Голенькой покупаться у озера, как никто не подглядал. Я не хочу. Вас тоже бесит, сколько времени вы тратите на Инстаграм? Вот пост о том, как это исправить с помощью лягушек и науки. Да, бесит. Ну и еще, глядите, есть такое. В Гомеле учительница, учитель года 2017, начальных классов чуть не оторвала ухо девочки из третьего класса. Пришлось накладывать швы. Я не знаю, мне кажется, я не понимаю. Они учителя не проверяют на психические состояния их, потому что очень много каких-то инцидентов именно со стороны учителей. Сложно сейчас дети. Ну и учителя тоже. Бедная девочка и бедные родители. Ну, это печально. А она еще и наставник года 2017. А, еще учитель года. Так это я вообще не знаю, чем вы научили. Ну, видимо, уже 2019, если это 2019 заголовок. Ну, а вы, может быть, что-нибудь набили такое в школе, как вам можно было оторвать ухо? Нет.
Я спокойная, поэтому не было такого вызова. Нет, я не знаю, что нужно делать в школе, чтобы оторвал человек себе ухо. Я даже не знаю, что вообще, в принципе, нужно сделать такого, чтобы тебе оторвали ухо. Это уже, по-моему, ну, не думаю, что здесь таким занимаются. Дякую вам, велике. Дякую. Всего доброго. Вам також. Мария Арцебашева, Суб'єктив, Белсад.